нашем городе есть, но всех нас подружила одна. Мы хотим, чтоб отныне она самой лучшей в Кургане была. Я Лушникова Нелли Анатольевна, кандидат исторических наук, учитель истории и обществознания, педагог дополнительного образования, руководитель музея средней общеобразовательной школы номер 52, руководитель волонтерского отряда центра «Мостовик». Начинать изучение истории нужно с самого малого, со своей семьи, со своего микрорайона, со своей школы, со своего города. Краеведческой деятельностью с молодежью занимаюсь с 2007 года. Являюсь победителем Всероссийского конкурса учителей истории и обществознания. Практикую исследовательские и проектные методы в обучении историческому краеведению. В декабре 2017 года был открыт музей в нашей школе, деятельность которого невозможно представить без поисковой работы детей и педагога. Написание исследовательской работы по истории родного края позволяет организовать как индивидуальную работу с одаренными детьми, так и пробудить познавательный интерес к историческому краеведению, к музейной деятельности у других учащихся. Самостоятельная работа по поиску информации приводит к малым и большим открытиям учащихся, развивает критическое мышление, адаптацию детей к жизненным ситуациям и способствует формированию разносторонне развитой личности. Практикую работу детей в Курганской областной универсальной научной библиотеке имени Югова и Государственном архиве общественно-политической документации Курганской области. Проектный метод подразумевает индивидуальную и групповую работу с презентацией результатов в виде выступлений на научно-практических конференциях. Учащиеся ежегодно готовят исследовательские проекты и выступают на конференциях как в школе, так и на городских конференциях, организованных станцией детско-юношеского туризма и экскурсий, Курганским городским инновационно-методическим центром и занимают призовые места. Участвуют также и занимают призовые места во всероссийских и международных научно-практических конференциях в секциях «История и краеведение». В 2019-20 учебном году особую роль сыграла тема 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому многие учащиеся после проведенных мною уроков памяти и мужества захотели узнать новое о своей семье, привлекая материалы из семейных архивов, беседуя с родственниками, изучая сайты «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа», «Бессмертный полк». Учащиеся 5, 6, 7 и 10 класса провели небольшие исследования своих родственников, призванных с территории нашей области на фронт. Результаты исследований были представлены в форме эссе с прилагаемыми фотодокументами. Некоторые ученики заполнили страницу. Обучение позволяет улучшить взаимоотношения педагога и обучающихся, вовлечь родителей в деятельность по сбору материалов из семейного архива и увеличить число обучающихся, занимающихся краеведческой деятельностью.